Представляем номинанта конкурса «Фасадная архитектура 2017. Загородный дом в Ростовской области». Архитектор проекта Евгений Задорожний из архитектурной студии «Чада». Стены дома возводились из керамического блока длиной 510 мм. Облицовка произведена из бельгийского керамического кирпича ручной формовки «Вандерзанден». Использована наклонная кровля с утеплителем толщиной 200 мм. В плоских участках использовалась инверсионная кровля. Архитекторам удалось создать и воплотить в жизнь интересную идею камина, которая одновременно является ограждающей конструкцией дома, внутренним и внешним камином. Изначально заказчики хотели иметь внутренний камин-очаг в доме, барбекю и кострище на улице. Все это удалось воплотить в жизнь с помощью единой конструкции, которую нужно разжигать один раз и любоваться как изнутри дома, так и снаружи. Камин в этом проекте действительно можно назвать сердцем дома, центральным его местом. В панорамных окнах использован немецкий профиль Шуко, а также раздвижная система-гармошка этой же марки. Максимальный размер окон составляет 3 на 4 метра. Использовался однокамерный стеклопакет с закаленным стеклом и напылением. А теперь предоставляем слово архитектору Евгению Задорожнему. Изначально заказчик к нам пришел с какой-то американской планировкой, развитой во все стороны. То есть спальни выходили практически во все стороны света. И говорит, вот я хочу что-то вот такое. Ну, мы начали объяснять, что у нас не Америка, и это не будет работать, потому что в Америке там метровые заборы, и ты можешь обратить комнату жилую практически в любую сторону света, и у тебя будет какой-то маломальский вид из окна обеспечен. А в нашей реалиях, если мы это сделаем, то мы вынуждены будем просто смотреть в забор. И это неприемлемо. Он с нами согласился, и тогда мы взяли, нарисовали такую, как сказать, тепловую карту, где чаще всего обитает человек, где реже, где он обитает часто активен, где он обитает часто неактивен. Выяснилось, в принципе, ничего нового, но выяснилось, что человек чаще бывает как на кухне, потом гостиная, потом столовая. Где он бодрствует. А следующая комната – это спальня, но спальня не столь значима, потому что человек там основном спит. Вот. И все значимые комнаты мы вынесли на вот этот самый главный вид, наградили их красивым видом из окна. Вспомогательные пространства, обслуживающие, это прачечные, это гардеробные, это кладовые, это котельные, ну и так далее, они перекочевали на тыльную сторону дома, на объездную улицу.